Если нам очень нужно, тогда мы должны... Глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный встретился с жителями поселка Деденево и близлежащих населенных пунктов. Вопросы, поступавшие от жителей, в основном касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Во время встречи также был задан вопрос по работе школьного автобуса с улицы Заречья микрорайона Пятиречья. По Пятиречью сейчас мы вносим маршрут в постановление, и уже у нас автобус арендованный и приобретенный за федеральный... Который новый стоит. Новый, еще арендованный. Как только мы внесем постановление... Дело в том, что первый маршрут, который был, он небезопасный. Сейчас нашли маршрут безопасный. Жители на этот раз затронули тему газификации, водоснабжения и переселения из аварийного жилья. Помимо вопросов, жители Деденево благодарили за положительные изменения, произошедшие в поселке. Я проживаю в поселке Деденево с 1960 года. В общем, житель коренной. У нас в поселке был дом построен на болоте. И постоянно сырость. Какой адрес? Адрес 2-й Московский переулок, дом 3. Вот. И там весь этот построен поселок, наш, канальские дома, на болоте. И там постоянно сырость. И вот сколько мы добивались, лет 50 добивались, и в том году приехала роднина, Илья Игоревич приехал Поначевный, и я с ним задала этот вопрос, что когда же это прекратится, ну, сырость, все грязные приходим. Вот, и он, значит, пообещал, дал мне архитектора, мы сходили по ту сторону, я ему показала, какая проблема, что там надо канаву рыть. И вот сделали нам, в этом году нам сделали, заасфальтировали всю площадку. И я пришла с таким вопросом поблагодарить Илью Игоревича. Мы ждали этого 50 лет, наконец-то сделали. У нас замечательная площадка, и дети играют постоянно. У нас самые лучшие в поселке площадка. Встреча получилась плодотворной. Илья Игоревич постарался ответить на все вопросы. Те проблемы, которые требуют более детального рассмотрения, находятся на личном контроле главы муниципалитета.